Ключевой темой встречи стали семейные и базовые человеческие ценности. Большая часть студентов были религиоведами и социологами, потому общение с протоиереем Русской Православной Церкви было очень важно для них. Такие встречи помогают представителям молодого поколения расширить и углубить свои знания, а также получить новые идеи и вдохновение для новых исследований и будущих работ. Кроме того, общение с опытными специалистами и профессионалами позволяет учащимся получить ценные практические навыки и советы, которые помогут им потом в профессиональной деятельности. Интуиция – это не дискурсивное, ментальное, логическое постижение действительности через обобщение фактов, а непосредственное, целостное, творческое восприятие предмета с проникновением в его сущность. Артемий Владимиров – известный духовный деятель. Протоиерей активно использует современные медиаплатформы, включая телевидение, для проповеди и просветительской деятельности. Они позволяют людям лучше понять и углубить свои знания о вере и библейских учениях. Почему сейчас такие хрупкие браки, союзы, вроде молодые, красивые, да, исполненные жизненных сил? Почему не успеет 2 года... совместного путешествия, идет кризис и взаимное непонимание, не хватает вот этого. Священник подчеркнул, что семейные ценности, такие как взаимопомощь, доверие, терпимость, уважение и любовь, помогают создавать единство и гармонию внутри семьи. Поделился своим видением того, как семейные ценности могут быть основой для развития здоровых отношений среди членов семьи и как они способствуют укреплению семейного благополучия. В ходе выступления Артемий Владимиров вручил свои книги студентам. Матвей Калашников, Резида Каримова, Александр Антонов, Универ Новости.